Всем привет, с вами Декстер, и это уже 15-е прохождение, и у меня такое подозрение, будто конец близок, head toward the Vexus Crystal. Чё-то да, у нас погода не супер, я имею в виду в игре. Downtown. О, опять против этого чувака? Газ? А может, time for talking is over. Let's get right down to battle. У него же вроде бы драга. А, нет, драга у того, другого чувака. Который как раз тоже Пайрос. А, кстати, у него Бакуган Пайрос или Даркус из этого? Йоу. Саптера, Хаус, Пайрос, да? Ну, понятно, что нам нужен тот, кто силен против Саптера. А кто у нас против Саптера силен? Опять будем играть Мега Немсон. Так, что у нас? Не нужно щит. Вот, я догадываюсь. Shoot slides arrows into the air. The terrain down. О, круто. Сейчас. Все. Там, кажется, самая последняя карта всегда очень крутая. Не, у нас бабла нету. Потому что мы даже, как бы, не играем сейчас. Только одна? Ну, против Саптера... Потому что там, я думаю, эти кристаллы будут просто стоять так меня мочить. Но никак не будут генерировать ловушки. Да ведь? Я думаю. Потому что если хаос, то это будут крепости с щитами. Если... Сейчас, наверное, этот прямо вулкан. Что? Опять они? Я думал, покажут этого вулкана. Хм, ну ладно. Он более эффектно выглядел бы тут. Ну ладно. А кстати, заметьте, получается, тут две Бакуган ловушки. Есть вот эти носороги, есть змеи. Так, ладно. Если хаос я все равно знаю, водяные тоже знаю, там аж две. Либо лягушки, либо послы, или типа. Я не знаю, кто это такие. Кто это вообще? Даркус? Ну, роботы. Змея. И все. Оно стоит прям вот так вот идеально. О. А у них так мало жизни было, и я... Чё? И что? Я снес с одного удара, что это было? Так, а вот это уже не круто, кристалл очень сильный. А Даркус случайно не силен против... Против этого. Видимо, силен. Надо будет. Once your ability cards are charged, don't hesitate to let him loose. You won't regret it. Мне кажется, Даркус силен против этого. Хаоса. Вот так вот. Вот я их просто одного удара слышу. Че он там так далеко? Черт, нет! Ну иди нафиг. Чё, он уже запускает своего? Уже. Второй раз мы будем мочить нашего... О, гигантика! Ё-моё! Так, стоп, да подождите, мне надо... Ох ты ж, ё-моё, чё так много жизни-то? Пока он на меня зашел. Это, в принципе, хорошо. Я забыл как летать. Вот это плохо. Нет, мне надо того замочить. Да ну вы серьезно? Вот
Вот опять, как всегда, дофига звуков, вообще непонятно, что происходит. Опоздал. Нет, нам надо уничтожить кристалл. Ох ты ж, ё-моё! О, нет. Да. А у нас один остался, да. О, он щит активировал. Так, пожалуйста, успокойся. Я буду щиты трогать. Вот что это? Что это? Сейчас увидим, конечно. Он сейчас тренит вверх. А, нет, не вверх. Это опять не все? Окей. У меня мало жизни осталось, вот что плохо. То есть мы еще раз против него сразимся и все, да? Ну да. It will be easy. А может и нет? Я не могу блокировать, я не умею, я не знаю. Ох ты ж, ё! О, нет! Нет, 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 нет. А вот откуда она у него появилась? Щит опять? Когда к нему не приближаемся, надо просто будет отходить. Правда, это тоже не супер вариант, потому что у нас... О, щас... О, нет. Давай! А, нет, не получилось. Он опять щит включил? Да ну блин. Все, мы продули. Да у него щит! Ты понимаешь? Вот! Супер! Превосходно! Тот, кто сильнее его, проиграл. Отлично. Конечно, рыцарь. Ой, блин, это трудно. Тогда, в принципе, вроде бы кристаллы не мочат здание. Можно на них пока забить, можно... Ну, можно пока этих умочить. Потому что они больше всего-то мочат. А то есть тип нормальный, да, ты пускай. Знаете, мы еще переключимся на ручки. Если не надо их уничтожить. Такой косой. Да пока не надо. А, там уже появились. Иди к папочке. Опа. А я даже не знаю, что он, куда. А, да. Что, еще два кристалла? И еще один и появится прям. А! Это единственное. Черт. Так, а что нам лучше? А, вообще нам лучше сейчас замочить прямо вулкана, потому что... Во-первых, труднее. Во-вторых, нам надо этого замочить, что он там делает? Now that was a solid hit.
Я не могу сейчас. Что случилось? Нет, значит, сзади. Так, у нас мало жизни осталось. Нам жизнь дают или как? Мы пока подзарядимся, скажем так, потому что я не хочу проиграть. Во-первых, у нас комбо-атак. Да, да. Он сам сюда пришел, видите? Оу! Да чтоб тебя! Так, задолбался, что не Не-не-не, иди. Короче, я выиграл. Не-не-не, опоздал. Да как? Как у него каждый раз так перезаряжает? Объясните. А, то есть жизнь снимается, но так вот. Ну все. Все, да! Наконец! Паскал, кажется, я настоящий воин. I'm truly warrior. Да! Что, только 4300? Алло, народ, я... Бас. У нас, кажется, это был уже. И да, у нас будет А. Сейчас я просто смотрю. А, 4900 это нам вообще просто прохождение, а так 11к, вот это бы, вот это офигеть. Чё, теперь у нас драго должен быть, по идее. О, короче, с этим вот с саптерами вообще не надо связываться, насколько я понял. С этими всеми каменными, потому что они каменные, им их не пробьешь. Что наш, что этот прям вулкан. Ох, черт, это трудно. I was sure I had it. Хм. В первый раз, да. Ты думал, что ты выиграешь. А где драго-то? That's the last of them. We did it. No more Vexos crystals ever again. О, круто! Look, there's the subway entrance I was telling you about. Just you wait, Spectra. We're coming for you! Вот, кажется, уже конец. Ну, я думаю, это будет в следующем прохождении. Vexus Base. Они... Ах, ладно, не важно. Это так странно, но... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи, всем пока.